Всем привет, это я, как начинающий инкубаторщик. Я вот немножко сняла видео, как я заложила яйца сюда, как я их переворачивала. Ну, в общем, сейчас все смонтирую. Сейчас время 6 часов. Я отключила инкубатор, смотрю, сколько тут температура. Вот 39,1 у меня здесь. Вот я открываю его. У меня там, значит, стоят вот две баночки под решеткой. Решетка вот согнулась что-то тут. Вот у меня яйца. Вот здесь нолики, тут крестики. Сейчас у меня стоят все нолики. Я, значит, должна за 5 минут перевернуть все яйца. Вот, значит, я переворачиваю. У меня сейчас все нолики, должны быть все крестики. Вот я сейчас вручную, вот так вот пальчиками, как можно, вот так вот, ну, конечно, побыстрее, потому что остывает. Ну, а по-другому я не знаю, как. У меня решетки такой нету, чтобы переворачивать, и тут дырочек для нее нету. В общем, вот таким способом. Вот. Я переворачиваю каждое яйцо пальчиками. В общем, как могу. Вот так кручу. Вот. У меня здесь 32 яйца. Собирала я, они холодными были, я не знаю. Ну, в общем, посмотрим. Я просто для пробы, чтобы на следующий год знать, можно такие яйца ложить или нет. Вот. Ну, в общем, это... Это я вот для пробы, значит. Потом чуть попозже будут яйца теплые в гнезде, будет на улице тепло. Вот я просто для пробы посмотрим, что у нас получится. Я их заложила, значит, как 18 числа вечером поздно, но получилось так, что уже у меня отрегулировался вот инкубатор уже в 2 часа ночи, это считай 19 числа. Вот, я посчитала по календарю, они, значит, должны вылупиться 9 апреля. Вот, ну, если они вылупятся, конечно. Вот. Так вот они катаются, потому что вот здесь у меня решетка. Решетка вот провалилась, что-то надо придумать. Что же делать в следующий раз? Я в этот раз уже не стала. Тут надо что-то подкладывать под решетку. Вот. Вот так вот. И вот еще два яичка. Вот, я перевернула вот все яйца, вон там ванночки с водой. Вот яйца, все крестики, были нолики. Вот, ну что, теперь я закрываю. Вот было 39,1. Вот я закрываю. Так, смотрю, там что у меня... Вот на улице остался мой термометр, я его зажала. Вот. Ну, где-то над яйцами вот получается. Вот. Включаю я в розетку. Вот, включила я в розетку. Теперь, значит, я выключу градусник. И снова включу. И вот снова я включила. Вот, сколько здесь у меня? Вот 30. 35,8. Вот видите, 30, вот 36,1 пошло, 36,2. В общем, я что делаю? Я сразу вот сюда вот прибавляю. Сразу прибавила до конца. Вот все, дальше не идет. Теперь буду ждать, когда наберется 39. Но я вот делаю так, потому что там инкубатор внутри остывает. Намного остывает. Буквально за 5 минут все тепло уходит. И вот, чтобы это тепло набрать, я включаю до последнего. Теперь дождусь, когда будет 39.
И я поставлю на меточку, где она должна стоять, вот на эту риску. Вот здесь вот 39. Вот. Ну, 37,5 вот набирает. Вот было 35. Сейчас вот днем потеплее как-то в комнате, а к вечеру вот прохладненько. И вот, видите, до 35 опустилось. Тепло, градусник опустился. Вот 37,7. Вот, но это где-то минут это 10-15 иногда набирается до 39. Но я не буду. Сейчас я остановлю. Вот. Вот сейчас время. Вот 10 минут доходит. Вот 10 минут. Вот я в 6 часов, значит, за 5 минут я перевернула яйца. И вот сейчас у меня пошла температура. Вот и посмотрим, за сколько у меня температура поднимется. Вот сейчас 37,9, это 38, считай, сейчас будет. Вот, вот 38. 38. Вот сейчас до 39 буду ждать. Вот так я делаю, потому что, не знаю, я вот в интернете столько пересмотрела. Это держать, наверное. В общем, не знаю, нету, ничего не говорится, ничего не пишется. Многие говорят, вот ставим температуру там 38-39, а то, что вот он открывается, инкубатор, то, что там вот это охлаждается, и потом вот пока это он с 35 нагреется, если вот ставить, вот я включаю, тут уже, значит, он быстрее так нагревается, когда на всю катушку. А если ты поставишь на риску, где 39 должно быть, это значит, там яйца у нас, значит, охлаждаются, я что-то не понимаю, но, в общем, я просто теоретически так думала. Получается вот так вот. Вот. Ну, в общем, я делаю так. Посмотрим, что получится. В общем, эксперимент провожу. Вот. Ну, в общем, я так делаю. В интернете ничего не говорят. В общем, видимо, учитесь на своих ошибках. Вот. В общем, вот так вот. Ну, вот что у меня сейчас здесь? У меня здесь сейчас 38,2. Вот я, например, вот делаю так, потому что я думала и надумала. Ой, вот сейчас до 39 дойдет, и посмотрим на часы, сколько будет времени. Ну, это 10 минут тоже, это... Ну, я сейчас приостановлю пока, чтобы время ваше не занимать. И еще что я хотела сказать, что вот ванночки, которые внутри инкубатора, я заливала теплую водичку, а вот сверху, вот сюда... Вот сюда. Я заливала литр горячей воды. Потом, значит, я регулировала. Значит, ну, считаю, нагревался, я регулировала. И где-то в 2 часа ночи я заложила яйца. Когда я уже отрегулировала, вот это все посмотрела, как это все должно быть. Я заложила яйца. И, значит, я хотела через 5 часов, значит, это... как яйца переворачивать, но у меня не получилось, потому что я легла спать, я уснула, и где-то через 4 часа я проснулась, подошла, значит, к инкубатору, а там, значит, у меня температура была 38, 39 и, в общем, и 9. Это я вообще подумала, что у меня яйца там все сварились. Вот, ну, потом стала в интернете смотреть, там, значит, читать, в общем, что, в общем, до 41, тем более, что первый раз, когда положила яйца, в общем, можно до 41, значит, ничего не будет, и, в общем, свыше немножко, вот, у меня даже не было 40 градусов, ну, в общем, с тех пор у меня так не поднималась температура, вот, я как-то следила, вот, и, в общем... Сейчас в основном где-то вот стоит 39-38,8, вот так, скачки такие, ну, 39,1 иногда бывает, все. Вот, и, в общем,
Вот, и, ну, в общем, вот так у меня один раз, первый раз вот поднялась вот так температура почему-то, и у меня получилось так, что вот я, значит, 2 часа я заложила, потом я вот в 6 часов их перевернула, и так у меня и пошло. Я потом с 6, потом в 10 это утра, потом 2 дня, в 6 вечера, и так у меня идет по 4 часа, вот. В общем, я каждые 4 часа переворачиваю. В общем, спрыскивать я яйца не хочу, потому что у меня клушки дома сидели, никто им яйца не брызгает, не прыскает. Яйца все сухие под клушкой. Потом многие в интернете говорят, что надо, в общем, вот так стоя яйца ставить. Сколько я смотрела в гнезде, все яйца всегда у клушки всегда лежа лежали. В общем, не знаю, что люди выдумывают, но, в общем, вот так вот. Сейчас, сколько у меня тут уже набралось, свет прям светит. Вот 38,6. Вот. 38,6. 38,7. Здесь на полную катушку у меня. Вот. Прям вот до конца. До конца вот на полную катушку 38,7. В общем, подожду. Вот. Вот 38,9. Так, не видно, нет, так. Вот, время, значит, вот. Двадцать минут доходит. Вот 5, 10, 15 минут вот нагревается. Вот 15 минут он доходит до 39 градусов. Вот, в общем, вот 15 минут. Я вот так вот жду. Вот сейчас будет 39. Вот, и я, значит, убавлю. И все, и он потом будет только... Я иногда хожу, проверяю, включаю градусник и смотрю, сколько температура какая. Ну, так ничего, там 1-2 градуса обычно. Там, а так ничего не поднимается, не опускается. Я говорю, почему-то у меня первый раз вот так вот поднялась температура, почему, не знаю. Вот, а так вот после того, как это, ну, уже вот 2 дня, как вот, вот воскресенье, понедельник, сегодня вторник, сегодня 3-й день. И вот ничего нормально, скачков таких сильных нет, не поднимается, не опускается. 1, 2, 3 градуса, может, в паспорте написано, что можно, вот, 38,9, вот видите, как долго. Вот 38,9. Не видно, нету, мне не видно здесь. Сейчас 2, минут через 5. Вот. Вот 39. Вот я беру и убавляю. До тех пор, пока не выключится. Все, выключилось. Вот. Вот. Даже можно вот так вот чуть-чуть. Вот все, она сама выключилась. Вот я это поставила, и она выключилась. Ну все, теперь будет так держаться 39. А когда будет остужаться, будет 38,8, 38,9, где-то в пределах 3 градусов вот так. И потом снова он включается здесь, нагревается, и 39 показывает. Вот у меня здесь меточка стоит. Вот. Ну, в общем, посмотрим, что будет, как будет. Первый раз. Ну, в общем, я вот делаю так. Вот. Ну, всем пока-пока. До новых встреч!